Это детская площадка игровая в зоопарке. А сверху проходит вот такой вот аттракцион, который стоит, по-моему, $14. Как интересно. Но сейчас уже закрыт он, потому что зоопарк закрывается в 6. Сейчас уже близко к 6. Наш сладенький качает детей. А это мусорка вот напротив меня. Да. Да, ну похоже, животных мы сегодня так и не посмотрели. Но зато покатались на поезде, полазили по этой лазалке для детей, которая вон та вот. И сейчас играем вот на детской площадке. Как-то так.